Особая система безопасности будет в новых детских садах, которые сейчас только строят в Набережных Челнах. Так в них будут установлены электронные замки. Всем родителям выдадут специальные пропуски, а на территории каждого дошкольного учреждения и внутри зданий установят около 80 видеокамер. Сегодня об этом мэру Наилю Магдиеву сообщили строители. Градоначальник посетил строящиеся объекты. Вместе с ним в объезде приняла участие и моя коллега Эльмира Гайнудинова. Обратите внимание на вопросы безопасности. Спасибо. Да, все вопросы связаны с электрозамками, то, что касается на входные группы. Такое поручение дал мэр Наиль Магдиев, заведующий детским садом номер 131 «Лучки». Сейчас здесь активно ведутся строительные работы. Устройство инженерных коммуникаций, навесного фасада, внутренняя отделка и многое другое. Надеемся, мы закончим где-то в мае. И бумажную сдачу заявляемся в конце мая и числах 15-20 июня получение ЗОС. Такая задача стоит. Планируется, что уже в середине июня детский сад «Лучики» сдадут в эксплуатацию. Дошкольно-образовательное учреждение возводится в 63-м комплексе. Его смогут посещать 220 малышей, но желающих было даже больше. Комплектование групп завершено. Комплектование кадрами на 70% завершено. Не хватает младших воспитателей. Требуются старшие медсестры. В будущем напротив «Лучиков» появится школа. Котлован для будущего строительства уже готов. Также в планах возведение в этом микрорайоне еще одного детского сада на 340 малышей. Дошкольное образовательное учреждение появится и в 34-м комплексе на месте бывшего гаражного кооператива. Работы завершены наполовину. Строители рассчитывают, что детсад «Калейдоскоп» будет сдан в июле. Решен вопрос и по системе безопасности. Ну, будут цифровые видеокамеры в количестве 72 штуки по периметру, внутри помещений. По первому этажу входные группы все защищены электрозамками. Пост охраны оборудован кнопкой тревожной сигнализации. Управление замками будет производиться с поста охраны. Каждому родителю выдадут электронную карту. Не исключено, что подобную систему будут внедрять и в других образовательных учреждениях города, строительство которых пока только в планах. В микрорайоне Прибрежный также оставлены места для строительства школы и еще одного детского сада. 34-й микрорайон «Молодой», он активно застраивается, здесь возводятся новые дома. Эльмира Гайнудинова, Тагир Бекметов, Челны-24.